Многих брали на фронт со школьной скамьи. Так мобилизировали учеников 9 класса школы поселка Ритовка Геннадия Цветкова, Ивана Марачковского и Николая Белякова. Иван и Николай после победы вернулись в родные края, а Геннадий Цветков пал смертью храбрых в 1944 году. Летом 41-го года был призван на фронт Каратеев Василий Федорович. Дома остались жена и маленькая дочка Любовь. Первое время приходили письма треуголки. В июле 42-го года пришло извещение. Ваш муж, солдат, пропал без вести в июле 42-го года. Победа в Великой Отечественной войне не была бы возможной без непосильного вклада тружеников тыла. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя сил, они делали все, чтобы обеспечить фронт тем, что требовалось для победы над врагом.